Социальная семья – это дополнительная окружная мера поддержки людей пожилого возраста и инвалидов. Подробную информацию об этом можно узнать по телефону 35 12 98. К слову, с 1 января этого года на Ямале принят еще один закон о выплате денежного вознаграждения в размере 5700 рублей опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Его реализация возложена на отдел здравоохранения городской администрации. И здесь, в отличие от социальной семьи, родственные связи не мешают стать опекуном недееспособного человека. В отличие от закона о социальной семье, здесь не будет устанавливаться родственная связь. То есть опекун, который утвержден муниципальным правовым актом опекуном над недееспособным, он будет получать такую выплату. Но здесь будет органами опеки заключаться дополнительный договор о возмездном оказании таких